Так, Наталя Сосновська завітала до нашої студії. Її пост в Фейсбуці, що вже 6 місяців вже без цукру. Боже, чесно, я теж полюбляю пити чай без цукру, але без солоденького не являє життя. Як можна 6 місяців повністю відмовитися від цукру, від солоденького? Розказуй, звідки чому? Виникла взагалі у вас така думка? Я ж так розумію, що до цього цукор ви вживали, як і всі люди. И потом что? И вы решили відмовитися? Що сприяло цьому? Ну, достаточно ограниченно всегда употребляла. Ни в напитки я уже не кладу, ни в чай, ни в кофе. Сахар уже очень давно, я уже не помню даже сколько это лет. Я вообще не ожидала, что пост в Фейсбуке наделает такого достаточно... Рост, да, да, немножечко как бы все поддержали, это очень приятно. Что в основном, что людей толкает на то, что мы отказываемся от сахара? Больше, ну, зачастую, это проблемы со здоровьем. Не могу сказать, что у меня были прям очень сильные проблемы со здоровьем, но наступил какой-то момент, когда я поняла, что вот это надо отказываться. В данном случае, я признаюсь честно, была проблема, ну, будем говорить все своими словами, была проблема с кожей. То есть кожа один из самых первых, что реагирует на отказ от сахара, становится намного лучше. Ну и там какие-то дополнительные еще моменты, например, девочки все любят это похудение, потому что сахар, не столько сахар, вы отказываетесь от такого большого количества продуктов. Ось, воно ж, да, це не то, що ми порекомендували їсти цукор, наприклад, я його теж не їм. А... Ну, если вы ставите за цель отказаться от сахара, вы откажетесь от очень большого количества продуктов. Это первое, мучное, то есть это булочки, круассаны, что мы там любим, да, печеньки, кексики, конфетки, вот это все, вам приходится от этого сразу же отказаться, вы же отказались от сахара. Поэтому вот первая причина здоровья, другая есть категория людей, которые начинают просто осмысленность, то есть они начинают, они еще не имеют никаких проблем, но они уже начинают думать о том, что они едят. Качество этой еды начинают понемножечку, по чуть-чуть от этого отказываться. То есть причина зачастую только две – здоровье, либо вот осмысленность. Слухайте, ну а як налаштуватися все одно? Ну от мені здається, через три дні вже стане важко просто без цукру. Бо я думаю, більше звикли. От я чаю і каву поп'ю без цукру, але до цього я ще з'їм якесь печиво, до цього якийсь кексик. Як же ж гормон щастя, який поліпшує шоколад настрій. Має бути кожного дня, хоч щось солоденьке. Ситуація слідуюча. Не завжди ми приймаємо рішення, коли ми перестаємо обманувати. Ну от кого ми обманюємо? Ми можемо обманути наших близьких. Ну, это как бы и обманывать самого себя. Вот обманывать самого себя – это самая бесполезная вещь, которую может делать человек. Как только вы понимаете, что вот сейчас я закрою глаза и съем это печенька, организм, ну, вы обманули самого себя, никого, ни близкого, ни чужого человека. То есть здесь вы ставите четко, конкретно цель. Это немножечко психология. Здесь надо немного понимать, что мы не просто «я сейчас сахар, тебя не буду есть». Нет, вы договариваете самостоятельно с собой, не с сахаром. Вы договариваете, что вы лично, Таня, Іра, ви кушати сахар не будете. Так, сьогодні я чай п'ю знову без цукру. Ну, це не те, що сьогодні. А там я посмотрю, от це вже йде, самі собою ви починаєте шукати компроміси. Ну, це все, ну, не вийде. Якщо ми хочемо відмовитися, якщо ми хочемо, не має значення, що. Так, це от пересматривайте раціон. Ну, розумієте, підійде ли це вам? Ну, в принципі, я вам чесно скажу, підійде. У мене достатньо насичений день, дуже насичений. І я переживала, чим я буду перекусувати, що я буду їсти. Так, ось так, у вас раціон змінився. Як він змінився? Може, щось ви додали в свій раціон? Да, от, розкажіть. Ну, він змінився, Катя. Раціон людини, яка не вживає цукор. Ось давайте так. Значить так, смотрите. Где ми ищемо, де знаходиться сахар? Ну, повністю. Ми обираємо сладкое. Все, этого в раціоні немає. Ну, ми же хотим сладкое. Хочемо. У нас є прекрасний спосіб, щоб замінити сухофрукти. Вот смотрите, 6 месяцев, значит, я начала осень. Это было достаточно, так. Это была уже осень. И там еще были там игрушки меня выручали, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Потом ушли на сухофрукты. То, что вам нравится. Изюм, курага, финик. Ну, то есть любые сухофрукты, которые вам нравятся. А еще лучше, если вы это будете делать самостоятельно, потому что сухофрукты, которые находятся на рынках, сублимированные, они часто бывают вымочены в сахарных сиропах. Ну, тут надо смотреть и тоже почитать, поискать, да, то, что, например, есть курага, есть урюк, который прямо зреет, он вроде бы как более полезнее. И сейчас это движение достаточно активно, правильного питания, здорового образа жизни, ЗОЖи, появилось большое количество сладостей. Уже готовых, потому что зайти в магазин и что-то купить стало невозможным, но есть замена. Есть правильное питание, конфеты, которые делаются тоже на сухофруктах, на орехах. И есть чем заменить, в принципе, найти можно. Потом эта потребность в сахаре очень сильно уменьшается.
не хоче, через який термін не вже не звикає. Так? Да, да. Тобто, наприклад, щоб ви розуміли, я можу, наприклад, купити шоколад без сахара, є такий, або на меду, або на кероб без сахара з медом, і є його неділю. Ну, то есть потребность, она уменьшается, и организм, он хочет, там получается, это правильнее бы рассказал бы специалист, да. Там уменьшается патогенная флора внутри, которая требует вот этого сахара и т.д. и тому подобное, и в принципе вы начинаете входить в эту струю, что вам уже сладкого так сильно и не хочется. Ну, это якщо ви вдома там, а якщо от вас запросили на день народження, якесь свято, соуси, маринади усілякі, вони теж вміщують цукор, як ви вчиняли в такому разі? Ну, это мне приходилось убирать, и я так, знаете, на столе, так, что у нас там выбирали. На столе, да. О, там есть там салатик, все, он мой. Фух, не, да, мне до сих пор, еще до сих пор, мои близкие мне подсовывают, будешь, я говорю, да не ем же я этого. А, ну да, ты же этого не ешь. Ну, то есть, до сих пор еще в окружении там бывает такое подскакивание. Хотя многие говорят, да, мы помним, что ты нет, вот мы тебе сделали. Есть даже люди, которые выпекают уже вот эти слопра правильного питания, тортики, там, пирожки, и мы это все знаем, которая на цельнозерновой муке, без сахара, без ничего, а сахар добавляется либо стевия, ну это уже сахарозаменители. Рослинний. От вважається, що цукор, він є джерело глюкози, яка нам дає енергію. От я читала про людей, які відмовлялися від цукру, і вони кажуть, що навпаки, якщо припиняють вживати цукор, стають більш енергічними, покращується сон. Як у вас цим було? Да, много. Ну, в принципі, я на отсутствие энергии не жаловалась. Как бы с энергией все хорошо, ее достаточно. И были другие нюансы, которые ушли. И там очень много, на самом деле, факторов, которые улучшают. Кожа, зуби, ну, волосы, ногти, самочувствие ваше. Уходит лишний вес, а значит, вы становитесь более быстрая, более активная, юркая, шустрая. Будь правильно. Я всегда призываю заниматься каким-то, ну, не спортом, а прям спорт профессиональный, какие-то физическая активность, и все будет просто замечательно. Слухайте, супер. Треба я собі переглянути свій раціон, можливо, відмовитись від того цукру. Ні, ну наполовину я вже відмовилась. Треба просто ще раз переглянути і, можливо, для себе якусь установку. Уменьшать. Когда ви покупаєте какой-то продукт в магазині, ви смотрите на состав, правильно? И самое первое, что идет, это самое большое количество в этом продукте. То есть, если написано первое, например, пшеничная мука, потом сахар, вы должны понимать, что этого сахара в продукте очень много. А если там идет, и где-то сахар в конце, доля сахара уже намного меньше в этом продукте. Возможно, есть смысл взять этот продукт. То есть, уменьшая таким образом возможное потребление, вы и сойдете на нет. А потом просто не захочется, не тобто получается. Тобто не робимо одразу, не відмовляємось повністю, може десь щось... Если вы настолько с силой воли каменной, что вы можете, да, вот так, как відрізало, то, пожалуйста, если надо какие-то поискать выходы, мы все индивидуальные, каждый по-своему. По другу и сходим. Я хочу зачитати вам коментар, що відмовитись від цукру, це означає відмовитись від усіх продуктів. А як же соуси, консерви, соки, йогурти і мюслі? Ну, тут така не п'ється і не кушається соки, йогурти. Є йогурти без додавання наповнювач, вот, сладкий, фруктовий. Пожалуйста, є чисті йогурти, є соки, які ви можете вижити самостоятельно. Там фруктоза, вона по-другому усвоюється в організмі. Що там мюслі? Просто овсянка с изюмом замечательно. То есть это неправильно. Мы не исключаем. Мы ищем правильную замену. Без цукру. Замена без цукру. И вот варианты для вас есть, я думаю, можно вариантов уже спробовать. Вариантов очень много. Я научилась печь пироги без сахара. И, то есть, и, например, сахар в выпечке прекрасно дает банан, как оказалось. Тут нюансов очень много. Их просто треба знайти и спробовать, попрактикувати. Отож, як найкращий приклад того, що від цукру можна відмовитись, і це корисно, і це не нашкодить вашому здоров'ю, вашому організму. Тому що, слава Богу, в нашому сучасному світі замінників цьому всьому можна знайти. Ну, таке питання, я так розумію, до цукру ви більше не повернетесь, Наталя? Я думаю, що мені все так понравилось. Тобто вам сподобалось. Це реально, це можливо. Подивіться, переконайтесь. Ось, реальна історія. Що людина відмовилась від цукру, живе прекрасно, насолоджується смаковими
Вкусняшками, ну, вибачте. Я, ну, я б надіюсь, що от проблема, що от кафе, ресторани, от про общественного питання, это там очень много, выбрать мало. То есть я рассчитываю, что возможно, вот эта новая струя правильного питания как-то несёт и сюда свои коррективы. Но я реалист, я понимаю, что сахар это хороший консервант, то есть он то есть некоторые вещи не получится исключить. Но здесь будем жить в каком-то компромиссе. Не проблема, теж так вважаю. Дякуємо вам, дякуємо Наталі, що завітали, що розповіли свою реальну історію. Наталія Сусловська була у нас в гостях.